Всем привет, ребята. С вами я, Чувашия Кэт 2016. И сегодня мы будем играть на нашем бойце Лили. Если что, у меня вот гемы, как в обычном Brawl Stars, это никакой не нукс. Это обычный Brawl Stars. И это реально мне выпала Лили. Я, конечно, ее разблокировал как-то. Я сам не знаю даже, как я ее разблокировал. И все. И катка за каткой. Я хотел вам просто показать, как я буду играть. И за Мэнди, и за База. Ну, База вы видели, как я вообще играю. А так вот Лили выпала. Мэнди сегодня выпала какая-то. В один ночь надо поиграть. На тебе. Просто ее. Смяточку. Чики-бомбоник. Все. Сейчас должна эту курицу выжать. Наброка. Опа! Просто к нему. Это ближний бой, кстати, я узнаю. То, что Лили это такой боец для ближнего боя. Вот. И, кстати, цель моя пока что это победить почему. Ну, показать хоть как это будет выглядеть. Просто многие еще даже не знают, как по-настоящему это выглядит. Ну ладно. Вытяжем. Ну, третье место. Это даже плюс кубки. Так что это круто еще считается. Даже расстраиваться нечего. Если так. Ну, давайте на своей Мэнди поиграем. Ну, короче, я также буду играть в этот вот режимчик. Столкновение. Это почти мой любимый режим. Вообще, я прям люблю этот режим. Столкновение. Тут ты чисто один играешь, без никакой помощи. И против тебя там несколько человек в игре еще. То это вот интересно как-то. Все, вопрос. Мяточку. Наверное, он кубки сольет. Что думали, Ворон самый лучший бы. Легендарка прям, но... На самом деле, есть и другие чуть получше, потому что не все легендарки, причем хорошие. Не знаю, я не люблю играть на таких легендарок по типу как Кит, Кордель. Ну, еще Корделиус нормально. Просто на Ките сложно играть. Так, забираем и валим от него. И пуляем мульту. Уничтожаем его. Или прямо в ближнем бою победили. На Мэнди, хоть она стрелок. Если хотите больше видео про Roblox, то жмите лайк, если вы хотите Roblox больше. А если вы хотите больше Brawl Stars, то хотя Roblox и Brawl Stars, это просто вы прокомментируйте, не ставьте лайки, это не байт. Лучше буду нормально с ним, чем байт. Все, ладно, всем пока, с вами был Чувашия Кэт 2016, всем пока.